В стране начали проводить масштабное тестирование на коронавирус среди тех, кто переболел ОРВИ. Делают это согласно поручению министра. Министр здравоохранения сказал, что в регионах, где регистрируется малое количество, есть риск того, что есть внутри инфекция, и она выявляется в виде диагнозов, обращаются люди с ОРВИ и с пневмонией. В Кустанайской области тестирование началось еще в понедельник. Тех, кто болел с начала апреля, приглашали в поликлиники и брали анализы. Таких в регионе оказалось больше 3000 человек. Уже 445 у нас протестировано, результаты отрицательные. Это 15% от плана у нас уже за неделю сделано. Вместе с обычными пациентами поликлиник тестировали и закрытые социальные учреждения. Это дома престарелых и психоневрологические интернаты. Там уже провели 508 тестов и тоже не нашли подтверждений скрытого коронавируса. Однако пока медики занимались внедрением новой процедуры, в регионе ввели карантин. И теперь работа по забору анализов должна измениться. Наш сотрудник будет теперь, уверена в этом, будут посещать теперь данных людей. Анализы на дому проводить еще не начали. Управление здравоохранения только отрабатывает, как это будет проводиться с учетом ограниченного передвижения в связи с карантином. Что касается самих тестов, то рассчитывают, что их хватит на всех. В регион пришло 103 набора, каждый из которых позволит провести 50 анализов на скрытую инфекцию коронавируса. Аспан Кимжанов, Наталья Басмурзина, РТН.